В информационном центре откроют выставку «Выборы глазами детей». В экспозицию вошло 32 конкурсные работы от 24 юных художников. Все дети с ограниченными возможностями здоровья. Накануне представители Центрсберкома наградили победителей. Бендерская коррекционная школа – торжественная линейка. Здесь все, кто участвовал в творческом конкурсе. Это инициатива ЦИКа. Предложили детям пофантазировать на тему выборов президента. Рисунки с мультяшными персонажами и важной идеей. Голосуют все. Я нарисовала смешарики. Мои любимые в детстве мультики были. Они говорят: «Ваш голос – наше будущее». Нужно пойти на выборы, чтобы проголосовать. А что от этого зависит? Наше будущее. Надо выбирать и голосовать за того, у кого красивее. Что красивее? Рисунок. И средние классы, и старшие классы. Не только дети рисовали, но и проводились беседы. Они отвечали на вопросы, для чего это надо, что такое выборы, ставили в известность. И потом ребята уже выражали свое отношение к выборам в своих рисунках. Всем участникам подарки. Призы получили все дети, которые принимали участие в конкурсе. Подарок включает в себя сертификат участника конкурса, различные наборы для рисования, да, кисточки, карандаши, альбомы и так далее. Все эти наборы дети получили. Вот. Ну и индивидуальные, наверное, все-таки это было связано с пожеланиями ребят. Я рассмотрела, у меня там есть альбомы, там краски, диплом и книжка по технике. Энциклопедия техники у меня. Ты хотел ее? Да, я ее очень хотел. Вот буду ее читать. Я люблю мастерить. ЦИК постоянно проводит конкурсы, будут новые. Так рассказывают детям, почему голосовать важно. А эти рисунки покажут на выставке в Центрсберкоме.